общем, вот опять свежий след уже недалеко от моих животочек. Волк прошел. Вон, бежал. Вот только-только. Прикольно. Обалдеть. Он ушел. Я вот там рыбачу, короче. Приходится оружие с собой таскать. Ой. Всем привет! Сегодня рыбачу, уже какой, пятый или шестой день. Увязали сегодня за мной вот этот соседский и наш. И волчара, короче, сегодня ходил утром прям, вот, ну, свежак вообще. Где-то он шел. Все, они уже избегали. Сейчас найду. Ну-ка! Ага. Вот след волка. Вот. Тут уже собак. Ну вот он. Вот это волчий, а рядом собачий. Волчих, точнее, два. Вот он шел. Точнее, скакал чуть-чуть рысцой. Приходится с собой носить ружье. Может выбежать откуда-нибудь с деляночки. Тут делянки раньше были. И все. Собачек утащит. Жалко будет вот этих вот щеглов. Ну, он с утра прошел, короче. Передо мной буквально. Эти его учуяли, все, вот сегодня со мной рядом, все, никуда не убегают далеко. Видимо, очкуют. Э? Серый. С углем. Ну-ка, тихо. Где-то еще хотел показать, где он тут. Видно было. А, вот. Вот он. Вот он у меня. Уйди, 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 уйди. Уйди, говорю. Не лезь. Да уйди. Уйди. Блядь. О. Иди давай. Вон он шел. Вдоль моих следов все. Ходит, подглядывает, чем я тут занимаюсь. Короче, вот иду. Уже щука клюнула. Во! Поклевки. Вот так вот. Во. Смягчает. Сейчас буду доставать. Небольшая вроде. О, попалась, зацепилась. Тут вот еще у меня. Случилась, короче, поклевка щуки. Вот. Угу. Дергает. Сейчас достанем. Надеюсь. Ух ты. Что ли, такая вот попалась. Вот на этом озере рыбачу. И на этом тоже.
костерчик развел. Проверить надо еще жерлицы. Живцы вот у меня тут. Хорошо горит. Собака убежала, вон на озере стоит. Сегодня волк приходил. Ну, ходит здесь. Вон, пошел в лес. Метров на 50-100 забежит в лес. Начинает лаять. Ну, понятно, значит, где-то рядом проходит. Ну, пошел. Пошел в лес. Ага. Остановился. Стоит, нюхает. Нет, дальше идет. В лес пошел. Оружие с собой ношу. Вот, возле дерева стоит. Ну, ружье, конечно, мало эффективно. Карабинчик бы. Другое дело. Вот, говорят, волки. Огонь боятся, человека, запаха. Вон там дерево упало. Вот это вот. Над озером тут, над протокой. Вон, получается, с правого края там ветки сломаны. Он там под деревом пролез. Тут вот по этой протоке прошел на это озеро и по тому озеру убежал. В делянке. Так что вот так. Вот так вот дела у нас сегодня. Вот поклевка. Щука попалась. Надо доставать. Крупная вроде. Загибала сильно. Ну-ка посмотрим. Вытягивать будем. Ух ты, бляха. Ну какая морда здоровая. Сейчас достанем. Килограмма на 3, наверное. Тянет сильно. Так, ладно. Уходит. Так. О, как. Вода только из лунки. Сейчас я достану. О! Ну вот, ребятки, достал я. Такая щучка попалась. Килограмма на 3, наверное. О, здоровенькая. Конечно, она мне немножко это плохо зацепилась. Совсем нерв попортила мне, конечно. Но ничего, достал я ее все-таки. Ну, хорошо. Вот на эту жерлицу попал. Фух. Отличное завершение дня. Сейчас буду собираться. Все. Возвращаюсь домой. Вот такое озеро. Это да. Где-то 4 километра длина у него. Снег пошел сильный.
пока не сильный. Тут вот валило, сейчас уже более-менее рассосалось немножко. О, уголь. По берегу он тоже идет-то. Стал что-то нюхает. Ну ладно. Идти надо дальше. Тихонько. Короче, вот свежий след волка. Вот только прошел, короче. Собака у меня, короче, испугалась. Забегала что-то кругами. Ага, смотрю, точно след. Вот только буквально, только что прошел. Надо ребят подождать, это опасно. Мало ли. Да и собаку тоже. Вот, кстати, сравните. Собачий следочек. Вот, собачий следочек, да? И волчары. Вот так вот. Тварь такая. Конечно, надо бы карабин с собой носить. С карабина вернее. Можно было щелкнуть сразу же. А с ружья это не то.